Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор. И извиняюсь за то, что в прошлой части меня не было с вами. Точнее, моей озвучки. Я микрофон вроде включен был, провод на месте. Я не знаю, что произошло, но в общем, как всегда, зачастую у меня не записалась озвучка. И как всегда, я забыл время выставить. Хотел записать летсплей на Crysis 3, часы 2-3 там, но антивирус удалил один файлик, очень важный, без которого игра не запускается вовсе. И мне очень обидно, так же как и вам, когда я сам с собой здесь бормотал, говорил, что-то новое рассказывал, что-то там поучительное, а вышло так, что... И это рассказывал своему монитору, которому вообще понасрать, что я ему говорю. Давайте еще одну возьмем. И давайте... В общем, я тогда говорю то, что я хочу разделить эту миссию на две части в записи летсплея. Одна мы развиваемся, и вторая мы нападаем. Я даже не знаю, если мы так будем каждую миссию проходить, а миссии будет там развиваться нам по-крупному, нам придется... Мне кажется, я не знаю, может вы в комментариях напишите или что, как лучше сделать. Либо сделать, вам интересно смотреть, как я развиваюсь, начиная с нуля. Либо уже когда я вот загружаю, то есть я вне серии развиваюсь, потом включаю запись, и вы видите, как я уже с полным войском там иду штурмовать. Можно так, конечно. Я не знаю, честно говоря, с чего начать. Давайте займемся прокачкой. Прокачкой, тут прокачали, когда успеем, не знаю. Все качаем, все качаем. Все покупаем, покупаем, продаем, покупаем. Просто огнем, просто, все просто. Бакханали. Дионис немного увеличил здоровье всех юнитов. Ну, неплохо, неплохо. Я б такое заимел. Чуть не хватает. Ладно. Давайте-ка, знаете что, я на всякий случай проверю, записывает ли мою озвучку. Сейчас быстренько. Да, все записывает, и мы продолжаем играть. Так, четверо молится, да? Лайги, лаха, лайги. Так, а я не понял это. А, я не прокачал. Прокачать, не прокачать, прокачать, не прокачать. Да, что там стоит? Архитекторы. Улучшает прочность зданий и добавляет защиту. Ну, на самом деле, так можно создать будет. Так, так. Гидру вроде хотел там. Заиметь еще гидру в свой арсенальчик. Это что? Увеличить скорость осадных оружий. А, это... а да. Все покупаем, деньги нам позволяют, и я бы не прочь все закупиться. Ох, тут еще качаться можно, но я не, на самом деле не стоит мне качаться, я бы лучше прокачал. По максимуму. Так, да насрать. Когда мои войска будут погибать, они будут спавниться. Только эта надпись вообще не устраивает, вообще. Ни в какие ворота не влезает эта надпись. Пожалуйста, постройте больше домов для своих чмошных юнитов. Потому что им негде жить, и они не хотят жить на вокзале. Или на берегу. Вот засранцы. Можно, конечно, построить еще... Да что нам извращаться? Нафига? Они стоят, меня не трогают. Ну, я их не буду трогать. Лаги. Мне показалось, он сказал... Я не буду говорить это. А эти все поступают. Лес уже нету. Вот еще есть. Ладно, дорубайте там, сколько осталось. Так, вот и наши супергерои. И мы сейчас пойдем штурмовать левый, правый. Все, идем налево. Классно, мне считалочка. Так, тут кто-нибудь еще появился? Да нет, я не поленюсь.
Урлами, урлами. Так, ну, если я уйду из города своего, назовем это поселок Реактор Сити, если я уйду отсюда, то мне защитят вышечки. Сюда бы еще одну вышечку впаять для прочной уверенности. Так, сколько у вас? Ух, на дерево-то у вас сколько тут. Давайте, знаете что, ребят? Я думаю, вы быстро сейчас справитесь с этой безделушкой. Проштагма? Ну-ка. Да, смайненько, быстренько. Так, ребят. Закончилось. Ладно, идемте вот сюда. Блин, тут я ничем не охраняюсь. Нет, сейчас вы дойдете сюда. У меня для вас очень важное поручение. Так, а вы сначала сложите. Не, вы знаете что, идите пока древесинку собирать. Тут, кажется, кто-то на... Мишка такие. Этими. Ух, как узко. А вот такие тоненькие. Так, тут вышки. Да у меня просто целая тут оборона. Дома я строить больше не могу. Зато я могу стенки строить. Стенки. Стенка. Строим. Вас же тут... разобьют в клочья. И вот вам будет просто огма. Все очень просто будет для вас. Быстрее смерть. И пару ушечек, думаю, достаточно будет. Вуломы. Да-да, вуломы. Просто огма? Ну, все равно, вроде 7 крестьян, а что-то медленно все равно продвигается это. Где моя классическая эпоха? Я хочу классическую эпоху. Как сказал бы какой-нибудь пидорас таким голосом. Все прокачано у меня, все прокачано. Прям не знаю, что и делать, что и делать. Ну, сейчас мы быстренько все уладим. Все наши делишки. Что же с Крайзисом делать? Надеюсь, там сохранки не похерится, если я другую скачаю. Не знаю. Ну, посмотрим, что там можно будет сделать. Так, ну, к заработку. Что-то у вас разбросало. Просто гма? Да, все просто. Вот еще, кстати, пушок есть. Ну, я бы здесь срубил пушок. Так, вертикальные шахты. Крестьяне быстрее добывают золото и способны больше носить. Ну, нет. Луковая пила. Ой, лучковая пила. Крестьяне быстрее добывают дерево и способны больше носить. Что больше носить? Дерево? Хрен его знает, но... Ребят, у меня для вас работа. Очень мужская работа. Только для хардкорных, настоящих мужиков. Так, а вы будете подкрепление. Да у вас все просто. Орфос, of course. Да-да-да. Так, где мои там осадные там штуковины? Сюда, вы сюда. Вперед! Можно, кстати, крестьян отправить. А, я думаю, это халтурочка. А вы что ставите халтурить? Ну-ка. Чума, 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 чума. Чуму мы не можем навести. Ну-ка. Так, у вас есть здесь какие-нибудь здания, которые... строят юнитов. Строят юнитов, выращивают. Ну как-то так. Плохие крестьяне. Это кто? Средний Че тут стоишь, одиношенька такой? Вот это одиношенька. Аид, они поклоняются Аиду. Я не понял. Что это за Ипполит тут стоит? Ипполита. Аркан, ну ты вообще на бедных баб... А, нет. А чё она умерла? Он на нее хотел вроде напасть, но он потом такое видел. Блин, за мной сам реактор наблюдает. Какой же я плохая... Какая же я плохая скотина, если убью крестьянку. И хоп, резко в здание. Ах вы сволочуги. Напали втихаря, а? Когда я ушел. Да вы охранели просто. Смотри, ну подкрепление. Но это на самом деле пойдет сюда. И чего хотите добиться, если... Вау, я так близко построил.
Сейчас все будет, детка. Сейчас все будет. Уничтожь последний пристань. Отлично! Троянские доки уничтожены. И войска Агамемнона может высадиться на берег Агамемнона. Ахаха. А ты не мог мне раньше дать, чтобы я тут не развивался, как... Уху-ху-ху-ху-ху! Это надо быстренько валить. Они меня сейчас там расплющат. Ну-ка быстренько разобрались. Извали. Изволите. Я не понимаю, чего вы такие тупорылые. Это быстренько. Хотя, смотри, уже вышечки мои почти справились. Ополчение. А, кстати, прикольная вещь. Уроди, ты хер ли стоишь, ты можешь на них нападать? Нет, это разведчик. Бесполезный разведчик. Так. Кто вас раскидал? Чё ты делаешь? What are you doing? Я лучше промолчу. Ладно, соберем все силы в кулак. Ага, не нравится, панда. Ты чё стоишь-то? Они такие стоят. Просто гма. Да вот тебе просто гма. Ополчение, пойдешь со мной. Своей палкой-копалкой. Так, собираем всех остатков войск. Так, тут больше никого нет? Никого. Коза. Козя. Да вы охренели, ну почините, блин, а вы че тут? У вас все носом тыкать нужно. Носом. Чиним. Чипс! Кажется, я зря прокачал это. Херы, херы. Отца нет. У меня для вас очень важное поручение есть. Построить здесь супер-пупер. А, кстати, я вот обновил, теперь мы крутые эти перцы. У нас теперь поселенница больше здоровья. По-моему, 2,5 было. Катайся. Так, ребят. Эй, просто огма, вы построили тут? Идите стройте вышечку, а я пока займусь серьезными делами. Хотя, чё я парюсь? Сгинь сюда. Разберётесь, походу. Влитомус? Фан. Ого, сколько еще тут. Я и так тут не мог создать еще, а мне тут добавили на тем, вот говорят они. Войска. Хотел войск. Войска. Вот, получай войска. Че там? Че там все плохо, что ли? Коза вражеская. Просто гма. И че вы встали, блин? Ого, колосс, мой любимый. Ну, ребят, ну, посражайся. Майт, ждите подкрепления. Я думаю, блин, щелка, че думаю? Смотри, какое подкрепление идет, они просто... Ну, вы поняли. Бронированные прям, золотые колоссы против колоссов. Колоссия. Так, ну, вы тут строите, да? Ох, уже строит. Он как быстро строит. Аркант. Блин, ну и переводчик. Колосс. Колосс это страшная сила. Он, кстати, сначала такой бронзовый, потом его прокачиваешь до серебряного, а потом до золотого. Золотой самый крутой. Так, мы тут разобрались. Кто тут вякает, а? Кто чё тут вякает? Поселенец пострадал. Чё это такое? Это типа я выделил, что ли? Походу. Ааа, какие же вы тупые. Почему у вас все надо тыкать носом? Почему у вас носом тыкать надо? Постоянно. Так, ну вы построили? Ну вот одни догадались, а вы тупорылые бараны. Золото мне надо золото. Так, ты построил там? Ну, просто огма. Так, ты иди сюда. Так, ты иди сюда. Ладно.
Отличный план! А вот и он, Одиссей, победитель из Атлантиды, прибывший сражаться моей армии. Присоединяйся к нам, Аркан. Уверен, тебе знаком наш славный Одиссей. Я наслышан о нем. Твоя слава бежит впереди тебя, как и твоя. Ты готов к осаде? Нам не помешал бы твой совет для планирования наступления. Как здешний военачальник, я уже разобрался. Разработал верный план. Одиссей, вы с Арканом возьмете свои войска и разберетесь и развернете осаду около ворот. Ну что-то в этом роде. Мы с Аэксом оставим своих воинов в резерве, так что вы проверите Байон, воина Аэкса ликвидирует Троянский защитник, после войду я и освобожу Елену. Какой хитрый. Одиссей, кстати, и придумал. Троянскую конец сделать. Он видел, как один из воинов мастерил коня для своего сына. Господин, здесь поблизости нет золота. Нам придется найти и захватить одну из троянских шахт. Это помню. По-моему, здесь островочек есть, вот тут вот какой-то. И тут есть супер-пупер. А, как он? Там, по-моему, золото есть. Ну, что-то там точно есть. Ого, Минотаур, Зевс. Я за Зевса. А я до этого, по-моему, за Зевса играл. Ладно, с вами был Реактор. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки в описании. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Заходите на наш сайт. До скорого.